Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим способ прибавления, когда из одной изнаночной петли нужно вывязать две петли. У нас готовое изнаночное полотно, и теперь я покажу, каким образом выполняется прибавление. Напомню, что при изнаночном вязании рабочая нить расположена перед работой, то есть лежит у нас на левой спице. Для того, чтобы из одной изнаночной вывязать две петли, мы правую спицу заводим за переднюю стенку нашей петли и провязываем первую изнаночную петлю. Затем с левой спицы мы петлю сбрасываем и ее переснимаем, то есть меняем положение ниточки. Петля была одета таким образом, теперь мы ее переносим вот таким. Снова рабочая нить перед работой и провязываем вторую изнаночную в ту же петлю. Получилось две петли, провязанных из одной. Провяжем одну изнаночную без прибавлений и повторим. Захватываем переднюю стенку петли и провязываем изнаночную. Затем на левой спице меняем положение второй дольки петли. Мы снимаем петлю и заводим спицу с обратной стороны. Таким образом переносим рабочую нить перед работой и, снова захватывая переднюю стеночку, провязываем изнаночную. С левой спицы мы снимаем. Вывязали две петли. Провяжем одну изнаночную и повторим. За переднюю стенку петли захватили и провязали изнаночную. Затем поменяли положение ниточки, перенесли ее перед работой и провязали еще одну изнаночную. С левой спицы сбросили. Провязали изнаночную и посмотрим. Наши прибавления практически незаметны. Хорошо видны места, вот где мы их выполняли, ну а в ряду они практически не видны. Мы выполняли по изнаночному полотну. Посмотрим работу с другой стороны. Таким образом выглядит изнанка. Я желаю вам творческих успехов!